27 декабря 2022 года. Друзья мои, хочу провести разбор полетов. Вот буквально ситуация состоялась пару часов назад. Я вез маму, вот уже привез благополучно домой, где она живет. И хочу вам рассказать, что случилось. Выезжаю я из города. Вот дорога идет. Нарисуем так, да? Вот дорога идет. По одной колее. В каждую сторону. Я еду вот сюда. Вот так еду. Передо мной едет Мерседес. Где-то, ну, метров 70. И сверху едет нам навстречу микроавтобус какой-то. Дорога идет в горку. Я еду, еду, еду. Смотрю, Мерседес начал притормаживать и показывает поворот налево. Я еду и не торможу. Приближаюсь к Мерседесу в надежде на то, что сейчас этот микроавтобус проедет. И Мерседес повернет налево. Седанчик, да? Дорога в горку идет. На дороге такая каша. Каша со снегом. Знаете, вот лед, каша со снегом полностью. У меня резина хорошая, зимняя, но каша на дороге. Короче, ситуация. Я качусь, не торможу в надежде, что проедет микроавтобус. Мерседес повернет. Мерседес уже встал, стоит. Я качусь на него, автобус проезжает. И Мерседес не может тронуться налево, показывает поворот и стоит на месте. Моя ошибка в том, что я надеялся, что он уедет с моей полосы и до последнего не тормозил. Нажимаю на тормоза, АБС работает, но чувствую, что меня несет в этот Мерседес. Справа уходить, большая обочина, глубокая, не вариант. Хорошо, что на встречке никого не было. И хорошо, что АБС. Я с работающим АБС еле-еле увернулся от этого Мерседеса по встречке и поехал дальше, откладывая кирпичи. Короче, друзья мои, будьте осторожны на дорогах. Вот здесь реально я лоханулся с дистанции на такой дороге, но то, что не было машин на встречке и АБС, помогло мне маневр совершить. Если бы АБСа не было, я думаю, что я юзом бы педаль тормоза вжал и врезался бы в Мерседес. Но АБС мне позволил объехать этот Мерседес по встречке. Так что, друзья мои, будьте осторожны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, выбирайте в зависимости от покрытия дорог. Всем удачи, здоровья и счастливого Нового года!